Борьбу за единственную путевку вели три сборные – Павлодарской, Южно-Казахстанской и Акмолинской областей. К сожалению, из-за невозможности сформировать полный состав не прибыли североказахстанцы. Восьмой сезон розыгрыша Кубка Казахстанской Федерации бокса проходил по новому регламенту. Здесь боксируют ребята, кто вот с молодежи только переходит в взрослый бокс. Семь человек с молодых и трое боксеров взрослых. Сборная Южно-Казахстанской области уже выигрывала кубок 2 года назад. Разумеется, они были не прочь повторить тот успех. Наша команда приехала с настроем, конечно. Ну и павлодарская команда тоже очень сильная, хорошая. В том году они проводили чемпионат Казахстана, город Павлодар. И у них 6 спортсменов были в сборной РК республики, один чемпион был. Ну, сильная команда, ну мы тоже не слабые. В первом матче южноказахстанцы выиграли у акмолинцев 8-2. С еще более разгромным перевесом 10-0 у акмолинцев выиграли павлодарцы. Увы, в поединках против южан только трое павлодарцев. Сабыр Жалаушиев, Серик Тимиржанов, Куан Куатов одержали победы. Наш соперник выиграл со счетом 7-3 и вышел в полуфинал кубка. Мурат Абилмажит, Юрий Белевский, ЕРТС-Информ.